Ну, давай попробуем. Страж, именем регента я беру тебя под арест за убийство Рэндона Хоу и его людей. Сдавайся, и тебя, возможно, пощадят. Я не буду драться, ты не знаешь все правды. Что? Надеюсь, это мне просто послышалось. Что? Ты точно знаешь, что делаешь? Если мы убьем их, это лишь подкрепит лживые обвинения Лагейна в мой адрес. Не ожидала такого мирного оборота. Возьмите стражей. До остальных Лагейну дела нет. Эамон, у нас беда. Да позаботятся Андрасты о наших друзьях в беде. Спокойнее. Что произошло? Стражей захватили в плен. Что-что? Как это произошло? Неважно. Вопрос в другом. Как ее освободить? Несомненно, вы хотели сказать их, ваше высочество. Алистер нам тоже нужен живым. Да, конечно же, я имела в виду и Алистера тоже. Коутрен отведет ее в Форт Дракон. Пробраться туда будет не так просто. Замечательно, просто великолепно. Ты очнулась. А я уж было начал волноваться. Оно и видно. Нормально, посреди камеры валяюсь, а ты там сидишь. Нормально. А, ты в порядке? Бывало и хуже. Будет лучше, если мы отсюда выберемся. Остальные придут за нами, не беспокойся. Кто за нами придет? Обязательно, Лилиана обязательно придет. Хотел бы я на это взглянуть. Штурм Форта Дракон. Впервые в сольном исполнении. А Вин тоже придет, я думаю. Хочется верить. Так, Лилиана. Отлично. А то мне тут про баги, блин, написали, что шмотки все пропадут. Значит так. А вот баг, кстати, с собакой остался. Да и вообще у нее одежда-то не вся. Где ее одежда? Ну, вроде все на месте, но только должна быть она с Вин вместе, а Вин нету.
Угу. Так, а если сделать так? А, вот. Все равно одна. Сдавайся, и тебя возможно... Что? Ты точно знаешь, что... Нет, возьми... Эамон, у нас беда. Спа... Страх... Что? Не... Не... Куп... А, ты очнулась. А я уж был... Бывало и хуже. Будет лучше, если мы отсюда выберемся. А, остальные придут за нами, не беспокойся. Кто за нами придет? Лилиан обязательно придет. Хотел бы я на это взглянуть. Штурм форта Дракон. Впервые в сольном исполнении. Да и Вин придет. Хочется верить. Да, чё, блин, хочется ему верить. А... Все на месте? Все на месте. А, ну, как бы не совсем все на месте, ну ладно.
Так. Хрена лысого. Говорите, зачем пришли? На хитрость Лилианы, наверное. Ну, блин, я даже не знаю, если честно. Мы пришли провести последние обряды для приговоренных. Зачем? У нас уже есть мать Августина. Твою мать. Передать слово Вин. Помолимся, сестра. Создатель, прости этих солдат, что не являют ни терпения, ни любезности к священному духовенству твоему. И хотя не уважают они честь твоей святой церкви, не отвергни души их, когда придут они к тебе, миновав тень. Ладно, ладно. Подождите здесь. Я сбегаю за капитаном, чтобы он вас пропустил. Упаси нас, Создатель. Предоставьте дело мне. Я смогу провести нас мимо капитана. Давай только не увлекаться, Лилиана. Это я-то увлекаюсь? Ха? Ты наслаждаешься всем этим, как ребенок. А ты нет? Это же так интересно. Так, это у нас что? Так, позвольте Лиане вести разговор, давай. Нас прислали, чтобы провести служение песни ради здешних узников. Сколько же это жрецов нужно, чтобы помолиться за кучку отпетых мерзавцев? Ладно, с церковью я спорить не собираюсь. А если я с этой поговорю? Жертвы, помолись за нас. О, я не ожидала. Тебя прислала Буан. Можно я уже говорила ей, что стара, но пока не умерла. Я прекрасно справляюсь со своей работой. Я прошу прощения. Я служу церкви дольше, чем она. И что же я получила? Не изволите ли уйти на покой, мать Августина? На покой? Я не для того потратила 30 лет, молясь за приговоренных, чтобы провести остаток дней за садоводством и вышиванием. Вот что. Абсурдная идея. Вин успокоить? Господи... Что делать-то? Ну, Вин пускай. Вы правы. Как она смеет. Немедленно пойду в церковь и скажу этой женщине, чтоб подавилась своими предложениями. Это проступок перед Создателем, вот что. Самое время что-нибудь с этим сделать. Присмотри пока за часовней, хорошо, дорогой? Пойду скажу этой ведьме, кто она такая. Делайте свое дело. Здрасте. Да, мы тут просто мимо ходим. Ты вообще можешь внимание обращать, в принципе, чё. Баллисты. Солдаты. Слышал? Говорят, Тейрна Хоу укокошили. Слушай, оу. Это рекорд даже для Эрла Денерима. Это может оказаться непросто. Мы справимся. И не с таким уже справлялись.
Что мне делать? Пу-п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 у. Говорите, зачем пришли? Лилиана, давай. Вы же стоите на посту, верно? Как видишь. Это очень трудно. Боюсь даже представить себе ответственность за целую крепость, полную людей. Вы это к чему? Все здесь зависят от вас. Особенно тяжело, наверное, ночью. Вы не думаете про себя? Ой, а что, если я оплошаю? Что тогда случится? Нет. Да что там форт? На ваших плечах забота обо всем Денериме, о тысячах людей. Никогда на это не смотрела с такой стороны. Просто не могу вообразить. Знаете, я создатель. Мне сейчас нехорошо станет. Да. Надо сохраняться. Может быть, даже вот так вот. Мамочка. Похоже, дальше отделаться слова. Не получится, я поняла. Я поняла. Давай одеваться тогда, что делать? Слушай, а где твой этот чепчик? Вот. Так, ну что же, значит, делаем как? Бонус защитный снижает скорость стрельбы. А умение мастер стрельбы увеличивает бонус к защите. Тихо-тихо, ты чё, разоралась-то так? Ну, а теперь можно F5 нажимать. Погнали, что ли? Чужаки! Нанесем удар! Не мешкай! Лучше бы ты убрал, пока не поздно. Так, ты можешь выйти в бой. Вин. Давай. Отлично, есть контакт. Нормуль. Так и сделаю. Так, мы тут справились. А что дальше? Сию минуту. Так, дальше. Кабинет полковника нам туда не надо. Офицерский арсенал. Армейский арсенал. Псарня. Тюрьма. А вот она. Вот она я. Значит, нам сейчас направо. Блин, там все это. А если церковное одеяние одеть? Все равно? Все равно.
Печаль, тоска, печаль. Так, ну, блин, ну, блин. Псарня тут. Мабари, стражник, Мабари. Отлично. Так, а у меня мало. Можно взять, можно взять. У меня есть слот. Так, там еще кто-то. Убили, да? Отлично. Так. Вы подождете, ничего с вами не случится там. Сколько ждали-то? Итак, все в сборе. Идите за мной. Эрл ждет нас. Рада видеть тебя целый и невредимый. А теперь давайте выбираться отсюда. Отлично. Вин одобряет. Как пожелаешь. Вин одобряет. Вы понимаете, нет? Так, ну церковные одеяния нам больше не нужны. Все на мне почти. Только шлемики, а нам надо поменять с Алистером. А, да, и на Лилиане не ее шлем почему-то поменялось все. Ну все, теперь погнали. Так. Собственно... Будем выбираться отсюда. Давай-ка, Алистер, ты первый иди. Ну нафиг. Манал, я это все делаю. Можете повторять. Да, боевой клич надо будет. Отлично. А, так, теперь ну, нужно... Прости, чтобы... о чем хочешь. Да, чтобы у нее откат вот этот вот. Сейчас пройдет. Выбираться. А выбираться нам надо тут всех заколбасить или что сделать? Так, Лилиана, активируй. Молодец. У меня, кстати, есть одно предложение. Я, правда, не знаю, как оно.
Всех порубать, короче, просто. Ну, я не знаю, а что еще делать тут? Как еще можно тут свалить? Понял, гад. Просто не знаю, всех замочить все. Так, это что, кладовая? Не, ну я могу и так вообще-то уйти. Но... За ним! Да ёшкин кошелек, чё тут? Верно. За ним. За кем, Алистер? За ним, говорит. А чё у меня забито-то? Все ясно, что у меня забито. О, так. Кусок дерева. А, ну это. Ладно. А сюда мне что, не влазить, да, вот этот лук? Нифига. Ну и ладно. Ну ладно, мне так нет. Ну-ка сюда иди. Нормально так замочили. Ключ от передней двери в зал. А еще тут сундук есть, который закрыт, и Лилиана его сможет открыть. Тезка, чё, опять шлем снялся? Ну нет, шлем не снялся. Сию же минуту. Прям сию же? Погнали. Не, ну круто, мы посидели в заточении, ничего не скажешь. Слушайте, а вот тут сейчас, наверное, будет вообще бойня, да? А чё тут нету никого? Это даже как-то странно. Капитана завалить или не надо? Я думаю. Что вы? Погодите, вы вообще не отсюда? Стража! Ой, по-моему, я это зря сделала. Верно? Верно? Чувак, а стражи-то твоей больше нету, мы всех убили. Ого, два процента шанса отразить, блин, враждебную магию. Нахрен ты нам нужен? Ну, твоя шняга мне нужна, не нужна. Но это тоже не нужно. Да не, это я так. Не обращай внимания.
Это ушла отсюда. Тут никого нету. Замочить тут некого. Я пошел. Что за? Ой. Узник сбежал. Да что ты? Отрез? Ни хрена тут. Путешествовать со мной одно удовольствие. Тихо. Стражник. Блин, малая у меня есть? Просто целебная. Нахрен она не нужна, да? Да, тут стража. Привет. Наверное, была. Пластинчатый, да, аспех. Так, а тут чего? Ничего нету. Все что ли? Окей. Так, ну все тогда. В поместье Эрла. Короче, я прошла два раза. Ну, то есть, первый раз я пробовала, у меня просто все вещи пропали, когда я решила выбраться Алистером, своим персонажем. Поэтому я решила переиграть и выбраться с помощью друзей, так как, блин, у меня все шмотки пропали. А вот из этого рюкзака, ну, как бы неохота было их терять, поэтому, блин, пришлось заморачиваться вообще. Тут столько сохранений, блин, было, вообще капец. Даже не помню, какое там было. Вот за Алистера я пробовала. Даже переодевалась, блин, что-то там. То есть это вот надо удалить, потому что мне это, в принципе, не нужно. А вот еще пробовала. Короче, это был капец. Это был капец. Так, ну, мы вроде как вернулись. Теперь можно поговорить, наверное, с Эрлом там надо. Ну-ка. А, так, значит, сэр Коутран, лейтенант Лагейна, перехватила вас на выходе из поместья Хоу. В суматохе Анора убежала. Возможно, об этом стоит поговорить с сэром Амуном. Короче, эта сучка, она предательница. Это была западня, на самом деле, чтобы схватить сэра в страже. О, как-то так.